Итак, при счете 3-5 в первом сете подает Витек Хорак, Чехия. На приеме румынский спортсмен Раду Михай Папу. Ошибается чех. 0-15. Ползает, плавает внимание, очень сильно плавает внимание у чеха. Не идет первое. Да, с точки зрения психологической устойчивости, насколько хорош румын. А вот допускает, да, ошибку за боковую линию, буквально там 5 сантиметров, но этот аут очевиден. 0-30 на подаче чеха. Закономерное такое развитие, как бы. Приятно чувствовать себя пророком, что ты был отчасти прав. Ну, посмотрим, может быть, чех. Очень грубая ошибка чеха. Это говорит о том, что совсем уже потерял концентрацию. В линию попадает четко. Линия. Мяч прямо по звуку сорвался с линии. Четкий удар. 15-30 на подаче чеха. Не проходит первый мяч. Важный момент встречи. Румын не теряет концентрации. Четко держит концентрацию. Румын очень качественно. 15-40. Плавает концентрацию чеха. Собран румын. Ну и, в общем-то, закономерное развитие. Не проходит первое. Выбрасывает. Какие плоские удары. Может быть, не хватает немножко мощи у румына, но абсолютно все четко с вращением. Садит резанный удар румына. Держит мяч. И забивает. Будешь ты? Рванул коротко, длинно, резаным выманил немножко вперед, потом пробил в длину, и румын не справляется. Но румын четко делает свое дело, и в этой игре он как бы должен удерживать эту историю. Брейкпоинт у румына. Румын делает четко, делает свое дело. И никуда не торопится. Румын старался, линию не пробил, тут же получил ответку. То есть, вот, как говорится, ровно на подаче чешского спортсмена. 3-5 в первом сете ровно. Забивает на силу просто в центр. Вот это та история. Просто румын не справился с точки зрения атлетизма. Ну, чех выбрал правильное решение. И на силу забивает чех, реализовав свой
козырь, реализовав свой козырь. Румен пока что ведет со счетом 5-4. Сейчас выходит подавать на сет. Румен собран, понимает, что нужно цепляться, нужно оставаться в матче, пытаться взять первый сет. Насколько ему удастся сейчас, это вот интересная история. Четко разыгрывает умную комбинацию, проходит первая подача практически в линию, дальше четко переложил по месту и дальше все сыграл безупречно. Безупречное очко румына, безупречно, никаких вообще вопросов. На максимальной доле риска прошла подача, откачка кроссом, не надо торопиться. Горка снимает скорость. Что будет делать? На силу пробивает чех. Но чеху некого винить, кроме себя. Он воткнулся в мяч, потому что не вышел из предыдущего. Играл с отскоком мяч в метр в корте и не успел отойти просто назад. Получил в длину под заднюю линию от румына и, соответственно, ошибся, выковыривая мяч из-под ног. 30-0. Румын впереди в первом сете, в гейме. Не идет первый мяч. Очень хорошая подача, в принципе, технически у румына. Вторая безупречная. Садится под право. Очередная ошибка чеха. Не надо себя винить, хочется найти виноватого. Но нужно понимать, что здесь нужно и ногами дойти, и обработать этот мяч. Но пока что чеху не удается. Первый сет уползает. Тройной сетбол у румына, и насколько четко по направлению он клал. Фактически эйсовое направление было. Держит мяч и просто в длину. Косо еще к осе. Какой румын, как румын читает игру. Как читает игру румын. Кладет по месту с низкого мяча линия. Правильно играл румын. Правильно играл румын. Правильно. Правильно по месту играл румын. У него остается двойной геймбол. Единственное, что не перебросил мяч. Так все четко по месту. Прошла первая. Садится опять под право. Горка. Опять резаным. И попадает в линию, кладет. Первый сет берет румынский спортсмен. Но нужно отдать должное, что закономерный результат первого сета. Румын делал только то, что должен, то, что умеет. И в этой игре оказался сильнее спортсмена из Чехии. 1-0.
по сетам ведет румын Раду Михай Папо. Первый сет выиграл со счетом 6-4. Мы пока что остановим нашу трансляцию. Посмотрим, что там. На девушек у нас не будет уже возможности посмотреть. Пока что пауза в файле. Единственное, что могу сказать, сколько длился по длительности первый сет. Ну, время 10 часов 51 минута, ну, минус разминка, где-то порядка 40 минут. 35-40 минут длился первый сет, достаточно быстро.